Первое, это полотенце Xiaomi. Xiaomi. Вот в такой оно коробке. Бумажной. Прям не хочется даже раскрывать его. Но мы его раскроем. Вот здесь отрыв есть. Но мы немножко порезали. Вот такое вот белое полотенце было по распродаже. Ну, обычное полотенечко, беленькое. Так, поближе давайте посмотрим. Вот такое. Приятное на ощупь. 34 на 76 сантиметров. 100% чего-то там. И вот такой вот значочек. Все пришло в вот таком вот пакетике. Можно отсканировать и попасть на сайт конторы производящей. Так, откладываем. Ну и вторая большая посылка. Чтобы не повредить, я уже повредил пакетик. Ну. Что это у нас? А это у нас рюкзак Xiaomi. Вот так он выглядит. Хороший такой рюкзак. Добротные ручки. Черного цвета. На всех буковка М. Тоже можно вешать на туристический кейс. Кейс, кстати, тоже идет, но пока еще не дошел. Вот замочки хорошо открываются. Вот здесь кармашек идет вот сюда, до сюда он доходит. Здесь специально покрытая типа кожей для того, чтобы можно было поставить рюкзак и на мокрую поверхность, и чтобы он не промок. Вот здесь надпись Yours by Design. Твой дизайн. Внутри такой цвет тоже прикольный. Все качественно сделано. Вот здесь ручку можно положить. Ноутбук влезет. Собачки все с значком Mi. Такая ручка тоже кожаная. И что у нас в основном отделе? В основном отделе карманчик для флешечки. Здесь прям флешечка нарисована. Вот большой такой отдел. И несколько еще отделов. И вот еще такой вот отдел. То есть много отделений. Вот такой вот рюкзак классный. Мне он очень нравится. Он большой, вместительный. 15,6 дюймов сюда поместится. Заказывал я его на GearBest. Полотенечко, рюкзак, все пришло, все в отличном состоянии, все мне очень нравится. На этом у меня все, ставьте лайки, подписывайтесь и до новых встреч и удачных покупок!